За счет чего сегодня удалось победить? За счет команды. Мы действовали собрано, действовали агрессивно и с первой минуты до последнего. И у нас были моменты, мы забили голы, и это здорово, это прекрасно. Волновало ли тренерский штаб перед матчем нехватка центральных защитников? Но у нас в команде, я и говорю, команда выиграла, да, потому что у нас в команде ребята, которые способны сыграть на разных позициях. И если произошла такая ситуация, но значит смысл голову пеплом посыпать, да, то есть нужно принять это как есть и найти пути решения. Мы нашли пути решения, и получилось очень живо, быстро и хорошо. Вот. И, но это команда. Это команда, и я ребятам очень благодарен. Отличная игра и по качеству, и по содержанию, и по реализации моментов. И, конечно, огромное спасибо болельщикам, потому что это фантастика просто. Ну, так поддерживать команду, так давать импульс. И когда ребята даже вот, ну, устали, потому что все равно, знаете, и поле, и темп. Мы играем в такой энергозатратный футбол. И вот это чувствовалась помощь. Мы разделяем полностью нашу победу с болельщиками. Это наш факел, наш город и наша победа. Им большое спасибо.